Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вторая часть нашего совместника. Кто вяжет, присоединяемся. Кто не вяжет, догоняем, пока мы вяжем. Ну, в общем, продолжаем. Итак, первое видео, все предыдущие видео у нас будут, у меня будут в плейлисте совместники. Все будет там. Видео, ссылку на этот плейлист я оставлю под видео в описании и в первом комментарии. Итак, мы с вами посчитали, сколько нам нужно набирать петель. Я перейду в другую, как бы, на другой листочек. И сейчас мы будем делать скос плеча. Сейчас я все скажу, сколько я провязала. Будем делать скос плеча и маленькую. Я думала, все думала, делать эту горловинку, не делать. Но все-таки мы маленькую сделаем. Итак, у меня 87 петель. 87 петель изначально вот здесь. Вот сейчас, на данный этап, я провязала, на данном моменте, вот здесь вместе с резинкой, я провязала 52 сантиметра. В общем, у меня связано 60 рядов. Вот, это основного узора плюс 10 резинки, да? 10 резинка и 60 рядов основной узор. Это так, для ориентировки вам. И 52 сантиметра всего. Как я и говорила, около 50 сантиметров. Ну, вот 52 у меня. Значит, что мы делаем? Мы сейчас будем делать скосы плеча и вывяжем горловинку малюсенькую. Для этого, для начала, я определю середину. Вот сколько у меня петель на горловину. Раз, два, три, четыре, пять. Вот средняя. Две косы, это середина, и зайду я на половину косы боковушки. Значит, что это значит? Вот, смотрите, это вы определяете. Вот у меня центр, да, и вот центр, одна вторая коса уходит на горловину, и половина вот этой вот. Сейчас я измерю в сантиметрах, 19 сантиметров. Вот в сантиметрах, а в петлях это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ух ты, как так получилось? Должно же быть нечетное. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 петля. Вот, это я по ширине 19 сантиметров, 21 петля. Ну, это, видите, здесь жгутик, возможно, там плюс-минус это. Ну, в общем, 19 сантиметров приблизительно, да? Я сейчас просто считаю, сколько у меня уходит на плечи. Значит, 87 минус 21 равно 66 петель. И разделить на 2, это мы по бокам. Это 33. Значит, здесь у меня 33 петли, и здесь 33 петли. И 21 я сделаю из нее горловину. То есть, вот эти 33 петли. Сейчас мы будем делать скос по 3 петли. Здесь по 3. Сейчас я все буду показывать для новичков. Так. Теперь нам нужно на вот эти вот, значит, глубина нашей горловины будет 6 рядов. Это для всех. Так. 6 рядов. Для плеча вот здесь вот мы оставим 10 петель. Это будет ровно. 10 петель. Значит, сейчас считаем, сколько раз у нас будут сокращения. 33 минус 10, это 23 петли. Так, 23 у нас на 3 не делится, поэтому мы сюда оставляем 24, а здесь у меня будет 9. То есть подгоняйте, чтобы на 3 делилось. 9, здесь будет 9,
А здесь будет 24. Значит, это общее 33, а вот сокращение 24 петли, которые мы делим на 3. Это 8 раз мы будем сокращать по 3 петли. То есть мы разделили то количество петель, которое у нас уходит на скос. 9 это ровная часть. Вот 24 петли, и его мы оно должно быть кратно 3, разделили на 3, получилось 8. 8 раз. Значит, у нас будет 8 лицевых рядов, то есть 8 пар рядов, всего 16 рядов. То есть в лицевом ряду мы будем сокращать здесь, в изнаночном мы будем сокращать здесь. То есть 8 пар, 8 раз мы закроем здесь, 8 раз мы закроем здесь, 16 рядов. На горловину у нас уйдет 6 рядов, минус 6 рядов, равно 10. То есть 10 рядов мы вяжем до горловины, вот отсюда, от начала скоса до начала горловины, нам нужно провязать 10 рядов. Вот. При этом сокращая вот эти вот петли. Так, итак, начнем. Вы сейчас все поймете. Значит, вяжем первый ряд до конца. Всего мы вяжем 10 рядов. Вернее, подождите, мы закрываем 3 петли в начале ряда. Так, раз, два и три. Так, далее вяжем до конца ряда ровно. Так, довязала ряд до конца, поворачиваю на изнаночный, и здесь тоже закрываю 3 петли. 1, 2 и 3. Вяжу ряд до конца. Так, вот, смотрите, довязываем изнаночный ряд до конца, не довязав одну петлю. Перебрасываем нить сюда, вперед, поворачиваем. Теперь смотрите, это мы делаем для плавного скоса. Возвращаем эту непровязанную петлю на левую спицу и через нее протягиваем следующую. Таким образом мы сократили 1, 2 и 3. Вот, и у нас получится вот такой вот скос плавненький, без ступеньки. Вяжем снова до конца ряда. Таким образом мы сокращаем 5 раз с обеих сторон. Сейчас еще в конце покажу, как. То есть без вот этой кромочной петли мы провязываем только первый и второй ряд. Потом каждую последнюю петлю мы не провязываем, поворачиваемся и вот таким образом одеваем. Если вам трудно это как бы переварить, да, закрывайте просто по 3 петли и не напрягайтесь, если вы совсем-совсем новичок.
Так, смотрите, довязываю до конца, снова не довязываю одну петлю, поворачиваюсь и через нее продеваю вторую петлю. Это я сократила. 1, 2 и 3. И вот таким образом, девчонки, мы вяжем, сокращая в начале каждого ряда по 3 петли, 10 рядов, то есть с каждой стороны вот одно сокращение, второе сокращение, и еще 3 должно быть, по 5 сокращений с каждой стороны. Итак, я сделала по 10 сокращений с каждой стороны. Ой, блин, по 5, всего 10. То есть у меня вот, смотрите, с этой стороны вот уже образовывается скос. И с этой. Считаем. 1, тут видно, 2, 3 петли, 3, 4, 5 раз. Так, теперь нам нужно делать вырез горловины. Переходим, рисуем по-новому. То есть здесь у нас скос, сейчас мы вот в этой линии, да, и здесь у нас осталось 57 петель. У меня, у вас, смотрите, 87, у меня 20 сокращений, фу, блин, 10 сокращений здесь и здесь, каждый раз по 3 петли, это 30 петель, 87 минус 30, 57 петель. Из них смотрим сюда. На горловину у меня уйдет минус 21, то есть вот здесь вот горловина будет у нас. Ой, я чуть неправильно нарисовала, но ничего, вы поняли. Горловина у нас минус 21, это значит здесь 6, здесь 36 петель у нас еще вот здесь вот. Разделить на 2, это 18, здесь 18 и здесь 18. Понятно, здесь 21. Значит, здесь мы продолжаем делать сокращение. Здесь у нас из этих 21 мы будем делать здесь вот 2 раза по 2 петли, здесь и здесь. Это для всех размеров, то есть 8 петель, 21 минус 8. Сейчас вы поймете, что это за 2 и 2. Минус 8, 14, 13. Да? 13 петель у нас по центру будут закрыты. То есть вы свою цифру, которая здесь, отнимаете 8, и это ваши центральные петли. Так, что это значит? Давайте будем теперь вязать. Вот сейчас у нас 18 петель до горловины. Если кому будет непонятно, девчонки, спрашивайте, буду объяснять еще раз. Теперь смотрим по нашему списку. 18 петель. Сейчас, вот смотрите, я эту петлю не провязала в предыдущем ряду, как и было. Сейчас мы считаем. 1, 2, 3, это из этих 18. Теперь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ой, подождите, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Итак, то есть в реале здесь 15, но 3 здесь. Мы считаем, пока на данном этапе мы их считаем. Это только в этом ряду, потому что, чтобы не запутаться. Теперь 2 и 2, 4 провязываем. 1, 2, 3, 4. Так, теперь закрываем 13 средние. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Есть.
Так, вот, средина горловины. Что еще хотела, забыла сказать. Вот здесь вот уже надо было вязать косу, но я здесь не вяжу, чтобы плечо не деформировалось. Там и в оригинале тоже. Значит, что у нас здесь? 4 петли. 1, 2, 3, 4. И 18. 1, 2, 3, 4. Пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 я не провязываю. Так, что получается? Мы разделили на правое плечо и левое плечо. Здесь 15, а здесь 18, потому что здесь мы 3 уже закрыли, а здесь мы 3 будем вот сейчас вот закрывать в изнаночном ряду. 1, 2 и 3. Так, вяжем ряд до конца. Так. Заказала я себе, девчонки, моталку на пряжу, потому что у меня сейчас очень много, благодаря вам, бобинной пряжи, и теряется время, видите, сейчас вяжу 6 сложений, теряется время на вот эти вот все клубки. Заказала моталку, если что, сделаю потом обзор. Значит, последнюю опять мы не довязываем, поворачиваемся, и здесь мы закрываем вот эти вот 2 петли, вот они. Нет, это мы с этой стороны. Ну да, какая разница? Таким, точно таким же способом. То есть эту мы не провязали, вернули, через нее протянули и еще провязали 2 вместе. Вяжем ряд до конца. Снова не довязываю. Так, еще делаю 3. Раз. Ну, то есть со стороны плеча мы все так же продолжаем сокращать по 3 петли, а со стороны горловины по 2. Вот он наш скос плеча. Здесь второй раз, вторая двоечка у нас. Хоп. 1, 2. Вяжем до конца ряда. И изнаночный ряд, еще последних 3, это 10 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А не, 8, у нас же 8 раз там, господи. 1, 2, 3, 8 раз всего, 10 рядов, я не так посчитала. Так, 3. И остается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все так, как у нас, как мы и рассчитали. Вот остается 9 петель. Так. Отлично. Я довязываю ряд до конца и в следующем ряду закрываю все петли. Так, закрываем. Есть. Все, одно плечо у нас готово. Смотрите, вот он наш скос, вот она наша горловинка такая аккуратненькая, красивенькая.
Вот. Заканчиваем. Теперь вяжем эту сторону. Здесь мы как бы закончили на лицевом ряду, поэтому поворачиваем мы это все дело. Привязываем рабочую нить вот здесь вот. Я делаю вот так вот, чтобы узла не было. Я сюда ее провязываю, а потом ее просто продеваю. Вот она, ниточка, и узла у меня нет. Так, вяжу изнаночный ряд. Подождите, я же здесь должна закрыть. Вот уже ж я забыла, девчонки. Значит, продеваю я нить. Привязываю. Так, здесь, девчонки, вот я привязала, мы просто закрываем две петли, потому что здесь одеть не совсем получится. Так, сократили две петли, вяжем ряд до конца. Так, а здесь все так же. Ничего не меняется. Раз, два, три. Это у нас седьмое сокращение. Так, здесь уже у нас получится. Одну петлю я не довязала, а делаю ее на вторую. Раз и два. Все, здесь у нас уже все сокращения. Два, да? Раз, два, по две петли. А здесь еще одну у нас осталось, которую мы сейчас сделаем. И на этом будет все. На этом, ой, провязала. Видите, что делаю? Надо распустить. Так, распустила. Раз, два, три. Есть. Так, и теперь оставшиеся 9 петель я закрываю, девчонки. Есть. Все, спинка готова. Сейчас я вам покажу. Вот так вот это выглядит. Вот один скос плеча, горловинка у нас вывязана, и второй скос плеча. Что мы делаем далее? Сейчас вы до следующей нашей встречи делаете абсолютно то же самое. Набираете петли, вяжете резинку, все как вы делали спинку, и вяжете ровно до того места, до начала скоса плеча, на котором мы сегодня встретились. По передней детали горловинка будет глубже, поэтому это будет чуть по-другому. Все, девчоночки, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Подготавливаем вторую деталь. Все, всем удачи, продолжаем. Всем пока-пока. Девчонки, я забыла замерить вам общую длину для вашего понимания. Да, уже со скосом, уже с горловиной. У меня сантиметр такой аварийный. Надо красивый заказать на Алике. У него не хватает 1 сантиметра. Вот смотрите, 60 сантиметров длина. Сколько у меня там было? 52, 8 сантиметров. Получается у нас вот эта вот часть. Да, вот здесь вот. 8 сантиметров. Итак,